Переночуй у меня. Просто переночуй. Просто переночевать? Да. Ясно, на что я еще гожусь? Замок обходится в 2000 евро ежемесячно. Мы должны открыть здесь музей, чтобы окупить непомерные траты на его содержание. Нет. Ведь это же замок отца. Что ж, не будем предавать его память. Лучше сесть в тюрьму за долги. Эта поездка меня измотала. Дорогой мой, мне 43, я уже вовсе не девочка, ясно? Оставь меня в покое. А завтра мы увидимся. Я вполне счастлива. У тебя ни мужика, ни детей, ни работы. Как ты вообще живешь? У меня была работа, я сама ушла. Мне хочется начать жить для себя. Для себя, понимаешь? Веруете ли вы в Господа нашего? Раз на раз не приходится, но я стараюсь. Не понимаю, ты что, ждешь непорочного зачатия? Было бы славно. Я ищу любовь. А я приключения. Я хочу детей. А я нет. Хочу быть всегда вместе. Я так рада, что мы познакомились. Я тоже рада, мадам. Ой, не называйте меня мадам. Мы почти ровесницы. Замок в Италии. Я сияю отчасти. А я не сияю. Так, разве что немножечко. В кино с 19 декабря.